Здравствуйте, это проект Индубай, и с вами Юля. Сейчас мы находимся в международном аэропорту Аль-Мактум, Джебель-Али. Сегодня здесь проходит международная авиационная выставка. Аэропорт находится в Джебель-Али. Добрались мы сюда из района Jumeirah Lake Towers за полчаса на такси. Сумма поездки составила 80 дирхам. Если вы хотите сэкономить, то можно добраться до метро Джебель-Али, до станции метро Джебель-Али, и поехать на автобусе, шаттл-бас. Вот они находятся за моей спиной. Расписание автобусов можно посмотреть на сайте. Сайт авиационного шоу можно увидеть вот здесь. Ну что, пойдемте посмотрим. Авиационная выставка в Дубае проходит раз в два года. Последний раз она проходила в ноябре 2011 года. Вообще, надо сказать, что ноябрь в Дубае выдался очень богатым на события. И вот сейчас, в середине ноября, в течение 4 дней проходит авиационное шоу, авиационная выставка. Делится выставка на две части – для специалистов и для простых посетителей, которые могут посмотреть полеты самолетов непосредственно в воздухе. Мы с вами посетим другую часть шоу, которая будет посвящена исключительно полетам самолетов в небе. Пойдемте посмотрим, купим билет, пройдем. Пойдемте. Это билетная касса для тех, кто посещает выставку как профессионал. Стоимость билета стоит 220 дирхам. Мы же с вами пришли посмотреть на полет самолетов. Стоимость нашего билета будет равна 60 дирхам. Покупается билет дальше. Мы вам покажем, где. Пойдемте. Чуть поодаль мы нашли информационную вывеску о том, что билеты на Skyview продаются именно за этим белым зданием. Пойдемте. Откуда можно смотреть полеты. Шли мы долго, наверное, минут 10-12, поэтому запаситесь терпением. Ну все, пойдемте. У меня в руках два билета. Приобрести их можно в кассе, как за наличные деньги, за кэш, так и при помощи карточки. Билет для взрослого стоит 60 дирхам, для детей, как здесь написано, 30. Дети от 0 до 12 лет считаются детьми. Прямо на входе есть план, что располагается в зоне Skyview. Здесь можно видеть большая трибуна, есть места, где можно перекусить, туалеты, есть детская зона кидзания, есть место встречи с пилотами, можно посмотреть. Вот мы подошли к трибунам, сели, места достаточно. Конечно же, все стараются сидеть наверху, внизу никого нету. Сегодня будний день, вот сейчас поступает пилотажная группа Арабских Эмират. Самолеты окрашены в золотой и черный цвет. Золото символизирует пески, а черный цвет – это нефть. Выполнял фигуру один из самолетов пилотажной группы Арабских Эмират. Фигура называлась «Пьяный летчик». Фигура называется «Разбитое сердце». Сейчас еще один самолетик, по идее, должен пролететь сквозь это сердце. Эту фигуру этого пилотажа первый раз совершила полетная группа «Патруль де Франс». Очень романтично. Очень мило.
пилотажная группа Арабских Эмират называется «Аль-Фурсан». Впервые она была представлена в 2011 году здесь же, на дубайском авиасалоне. В руках у меня программа, ее выдают бесплатно на входе, поэтому получит любой желающий. В 2 часа дня начала летать пилотажная группа «Аль-Фурсан» Объединенных Арабских Эмират. Дальше в воздух поднимается самолет под названием AB-400M. Что это значит, к сожалению, не знаю, потому что на официальном сайте SkyView этого самолета, к сожалению, не было указано. Поэтому давайте просто смотреть. Готовится истребитель F-16. Сейчас я вам про него что-нибудь интересное расскажу. Да, это значит самолет, разработал его Соединенные Штаты Америки. На сегодняшний момент этот самолет в эксплуатации 25 стран. Прошло уже 45 минут шоу, когда мы пришли, мест на трибуне было ровно половину занятых, даже я бы сказала, что большая часть была свободных. Сейчас все больше и больше людей приходит, так что если вы хотите занять места повыше, получше, пожалуйста, не поленитесь, приедьте заранее. Я думаю, что в течение 30 минут, часа здесь будет полностью все заполнено. Вообще атмосфера очень приятная, дружелюбная, очень комфортно сидеть, не чувствуется никакой скученности, давки, все прекрасно видно. Видны и самолеты, которые стоят, всех авиакомпаний, которые относятся немножко к другой выставке. Прекрасно видно все самолеты, которые находятся в воздухе. Очень безоблачная погода, прекрасная, не жарко, такой легкий ветерок и звуки такие соответствующие. Вообще эмоции самые-самые положительные. Сейчас к взлету готовится российский самолет Ан-158.
Надо сказать, что вся программа расписана буквально по минутам. Нет никакого промежутка между выступлениями различных самолетов. Один самолет садится, можно сразу наблюдать, как взлетает другой. Вообще на выставку пришло большое количество взрослых, но и такое же количество детей. Здесь совсем маленькие детки, есть школьники, есть студенты, видно их по школьной форме. Для детей организуют различные мероприятия, такие как бой с подушками. Также здесь представлена небольшая, маленькая часть Кидзани, где тоже, если дети заскучают, они могут провести время, пока родители наблюдают за самолетами. В общем, мне кажется, развлечение здесь может найти любой. Воздушных сил Мираж 2000-9. Особенность этого самолета в том, что он имеет тормозной парашют. На сегодняшний момент Объединенные Арабские Эмираты заказала порядка 32 штук этих машин.
А сейчас в небо поднимается, наверное, самая впечатляющая машина этого шоу – Аэробус А380. На сегодняшний момент это самый крупный гражданский самолет. Самое большое количество этих машин закуплено для авиакомпании Emirates Airlines. Самолет просто огроменный. На борту может одновременно быть 853 пассажира. Сейчас в небо поднимется французский многоцелевой истребитель с высоким уровнем маневренности. Именно так он заявлен в программе авиашоу. К сожалению, не знаю, как называется самолет, то ли Рафл, то ли Рейфл. Поэтому давайте просто посмотрим. بسيطة تسارع حالي
Ну вот, шоу закончилось. Это был настоящий небесный праздник, настоящее зрелище. Очень впечатляюще, море положительных эмоций. Сейчас люди расходятся. Могу сказать, что это был настоящий праздник в небе. Смотреть, как взмывают вверх многотонные машины, как люди легко с ними управляются, какие они там легкие. В общем, шоу поразило меня своей мощью, при этом было очень романтично, потому что самолеты в небе — это, конечно, всегда романтика. Народу очень много, все находятся в хорошем настроении. Я впервые видела, наверное, когда публика пищала от восторга, когда видела, какие фигуры исполняют пилотажные группы. А вам я желаю всегда и везде хорошего полета и мягкой посадки. С вами была Юля для проекта In Dubai. Пока-пока!